Всем добрый вечер, нас зовут Илья Худяков, мы находимся в Екатеринбурге. В Государственном университете физической культуры. И у нас идет товарищеский матч между командами. Точнее, между игроками одной команды. Должен был состояться официальный матч. Но команда двух немых, соперник у них не приехал, как нам подсказали родственники судьи, чья мама. И ребята решили тратить время даром, раз зал свободен, сыграть между собой товарищескую игру. Но начали они где-то в 3 часа, так что счет точно мы не знаем. Процесс игры нам подскажет. Лёта, но мимо. Вот так и игроки все на форме, и спокойненько пятый номер заводит мяч в ворота. Разыграли большинство. И очередной мяч команда в красной форме пропускает. Но вообще здесь сегодня должен состояться матч открытия женского чемпионата области по баскетболу. Собственно, зачем мы сюда и приехали. Но пока вот у нас мини-футбол. Да, наша команда Старый Соболь не пропала, не здесь, но до зала никогда добраться не могут, видимо, все-таки игру перенесли на 4 часа, а в 3 часа вот мини-футбол. Нам посчастливилось понаблюдать. Хоть и одной команды, но все равно страсти кипят на паркете. Ну, зал, в принципе, неплохой. Практически стандартный по размерах. И вот пятый номер красный забивает первый гол. Прощаю преимущество команды в белом. Зал неплохой. Ну, паркет, как мы видим, деревянный. Ну, есть места для зрителей. Ну, баскетбольно. Сооружение тоже с нами, так что надеемся, что все-таки баскетбол сегодня вот, после мини-футбола состоится. Так, белые. Отлично перехватывает 13 номер. Все хорошее движение. Набирает скорость. Пас наперед. 1-1. Голкипер выручает. Тут хорошая была передача, но успел защитник вернуться и подстраховать голкипера. Комбинирует белые. И вот классное напряжение действует. Номер 5, но сохранить мяч без команды. Ой, через заброс практически там боковое кольцо, попадает мяч. Но нет, чуть точности все-таки не хватило. Классный удар. Толкитов выручает, убивает ногой. Ну, у нас, кстати, сегодня в нижнем Тагиле также стартовало первенство по мини-футболу города, по Б. Интересно узнать, как там сыграли команды, какие результаты. И вот классный пас на дальнюю, тут уже осталось только ногу поставить. И снова красные забивают. 3-2. А кто ведет, ребят? Кто ведет? Команда в белом ведет 3-2. Мяч на центре поля. В центре площадки, точнее. Выход 1-1. И промахивается 12 номер, реализует свою возможность забить. Вот микротравму получил.
от своих же игрок, и приходится ему покинуть площадку. В меньшинстве будет действовать команда в белом. Вот, как я говорил, страсти у нас тут не шуточные даже. Игроки одной команды друг друга не жалеют и играют в режиме настоящего официального матча. Ну, красиво тут у нас плакаты в зале. Прям сборная мира разных видов спорта. И баскетболисты, и гимнасты, и даже вот мультяшные зверята тут присутствуют. Ну и футболисты, куда же без них, тоже с нами. Символы вот универсиады в Казани 2014 года присутствуют из Красноярска. Это зимняя универсиада была 29-е. И Шанхай даже вот тут вымпел висит 2011 года. В общем, сразу видно, что все-таки это высшее учебное заведение по физической культуре. Ну вот из центра уже вот плакаты выпускников ГУФКа. А тут у нас 2 в 1, так и будет гол. Да, гол есть. 3-3. И даже вот они амуницию приходится поправить 15 номеру. Забив гол, даже шнурки расшнуровались. Ну и голкипер тоже. Порядок, обувь. Мяч на центре поля. Пока пауза, может удастся узнать, что за команда играет. Нет, уже вот, игроки готовы продолжить матч. Встреча у нас продолжается. Командир команды в Деваформе. Но уйти в ответ пока что не получается. Красный с мячом. Ставил тут одного нападения. Хорошая передача. Комбинил доверного. Очень все красиво. И 4-3. Красный уходит вперед. Претензия, почему не бил игрок, отдал пас. Но... Спятка красиво, удар в касание, голкипер сложился, вытащил ногой. И все-таки нет, не удалось сохранить мяч в игре. Летел, нет, нет, сейчас нельзя было. По трибуну нашу. Хороший черпачок, но нет, пятый номер все-таки не успевает зацепиться. Пас на дальнюю, нет, голкипер читает игру. Удар со штыка, мимо. Эмоции, эмоции. Красные форме разгорелись. Все-таки баскетбольная команда уже на подходе. Старый Соболь и их соперником сегодня будет как раз команда университета физической культуры.
похоже, да, вот наши уже так гильчанки готовы скоро вступить в игру. И тут чуть с помощью рикошета мяч в ворота не залетел, но все обошлось. Голы. Подача вверху, на дальнего нет. Голкипер снова отлично все читает. Девятый номер. Перехватывает мяч. Красный в атаке. 3-2 идет атака. Удар из штанга выручает. Но удачно мяч отскочил 13 номер. И он делает счет 4. Уже 5-3. Покажите, баскетбол здесь же будет? Да. А во сколько начало? 3:30 начало. А? 3:30 начало. Должно быть, да? Узнавая информацию про баскетбол, у нас тут очередной гол забивает команда в красной форме, и счет становится уже 6-3. И, по-моему, в домик забивает пятый номер, 6-4. Классный пас с Рабоной, да. СПУ уже действует. Команда в белой форме, хотя не проигрывает. Но все-таки матч такой полутоварищеский. Можно где-то сыграть на камеру. Хороший точный пас наперед. Но в 1-1 девятого номера пройти не удалось. Классная комбинация и разбежали обстановку. Последний защитник. Счет у нас по-прежнему, напомню, 6-4. Идут команда в красной форме. Тут везет им. Попытка забросить за шиворот голкиперу. Но ворочка попадает прямо в потолок. Пятого полевого разыгрывает команда в белой форме. Но воплотить в гол вот этот розыгрыш не удалось. Ну, так и что, заодно. Сергей Петелин вот присоединился к нам. Тренер команды Старый Соболь Тагличанка и Житигил. И снова самого пятого полевого разыгрывает команда в белой форме. Ну вот в любой момент их может, конечно, соперник наказать, забросить в пустые ворота. Ох, как тут не забил нападающий. Непонятно, сам себя переиграл. А вот удар игрока в красной форме за шиворот оказался чуть не точно. Счет по-прежнему 6-4. Должен движение, не жадничает. Девятый номер, отдает на партнера. И счет 7-4.
за пользу игроков в красной форме. Свечи со мной. Там поддающий, который на ваших экранах. Попытка центр поля, заставить распол голкипера, добивание, вновь. Вот этот действие свет надежно выручает. Мяч у голкипера. Начинают атаку. 3 против 1. И летает сам, он захотел тоже отличиться. Но коллегу переиграть в этом обязательно не удалось. Выход 1-1, вратарь выручает. Да, за дальней дистанции, вновь голкипер на высоте. Отличный прием, комбинация, голкипер основной перехватывает, попытка отправить мяч после ворота, и получается. Сохраняется мяч у команды красной формы. 5-0 на смычок, да. Передача на дальнюю. Пас получился неточно. Отличный отбор. Лидеры матча атакуют. Выход 1-1. И классно тут зацепился. Обыграл и направил мяч в ворота. 9-й номер. Счет уже 8-4. Ближний угол. Вот по мячку. Хороший был пас. Атака продолжается. И 8-5. В шотах матча сегодня же сейчас. Пытается выйти из обороны, команда в белой форме. Перед на верфанг. Хороший пас. Дальше. И все-таки мяч красный. Посмотрим, скорость демонстрирует 9-й номер, но все-таки тут слишком далеко мяч отпускает. Как демонстрирует мастерство, но почему-то мяч отпустил от себя, и он достается. С командой в красном. Хороший был точный пас, и как не замкнул 5-й номер, непонятно. Вот тут все было разгромно, как в учебнике, но решающий удар оказался неточным. И рикошет снова помог. Счет у нас. Сейчас сбился немного со счетом, по-моему, 9-5.
9-6. Не, 9-5, 9-5. Правильно. Снова попытка перехватить голкипера, не получилось. Дальше выход 1-1. Дальше, дальше продолжить атаку с помощью передачи, но нет. И вот тут супер гол Рабона. Очень красиво в домик забивает игрок. По болотной футболке. Счет у нас 9-6. 9-6, да? Уже игроки немного потеряли со счетом. Счет у нас такой. Мини-футбольный, хоккейный. Но не баскетбольный еще. Передача. И в пустой угол снова. Пустые ворота, точнее, снова выпадает мяч. Нападающий 9-7. Серия бразильских финтов. Все запутаны. Пас, карта не проходит. Да, блокирует пятый номер, мяч по-прежнему у красных. Снова передача, тут все-таки голкипер стал в классном эпизоде, не дал забить. 10-й гол. Головой черпачок. Ну, вратарь сегодня такие 12 читает. Только так. Игрок хотел уходить 1-1. Сыграл через партнера. Да, не получился точно. Пуш комбинация по созданию и все-таки 10-7. Солнце счет. Еще у нас пауза. Нет, все-таки игра продолжается. Сейчас мы сказали, что баскетбол должен быть 3:30. Время уже у нас приближается к 4. Да, уже без 15-4. Все-таки значит игра будет до 4. Точно пас не получилось. Так, автоном темпом уже идет. Перемудрил вот нападающий. Мяч потерян. 3-2. Красный атакует. Комбинация. Нет, сам не получилось. Пас появился не точно. Красный финт. 2-1. Пас в домик и нет. Отличную передачу замкнуть не удалось. Ну, в хорошем состоянии игроки. В любом случае у них сегодня техническая победа, соперник не видится. Играют уже свое удовольствие между собой.
Ух ты, вот это да, классный удар ближнего. 11-8. Так, а команда в белой форме остановлена. Аут. Пустой угол, не попадает нападающий. Может, выстрел в ближний угол. Да, кипер сегодня отлично действует. И рассказывается, что вот красных все-таки... Есть голкипер, а у белых эту роль приходится выполнять по любому игроку. Поэтому вот такое вот преимущество, счет они лидируют 11-8. Мяч против Заматы. Да, все в порядке, нашелся. Один голкипер выручает, будет добивание. Пытался через комбинацию даже атаку шоток Манчестер Юнайтед, но не получилось. Снова бил атакуют. И тут вратарь вновь выручил, прочитал этот пас. И гол не состоялся. Ответная атака команды в красной форме. А у них все четко разыграно, они забивают. 12-8. По нашей версии. Ну, потом по видео можно посмотреть. Плюс-минус, может, мы где-то и ошиблись. И красиво хотел черепачком перебросить голкипера. Подальше. Ну, задумка вот по той жизни. Передача на пятерочку. Ответная. Ну, тут уже свои, чужие. Непонятно. Уже мяч полетит в ворота. Он полетел в штангу с внешней стороны ворот. Возможность сжать зрителям, болельщикам, может быть, игроку, футболисты. Мяч продолжается, тут безобидная ситуация, потеря, ну, сказывается уже, что усталость, конец матча. И красиво вновь в стиле девяточка забивает, счет 13-8. Салин уже отрыв какой-то. Команда от белых преследователей. Вот это пас, так пас был. Просто пас, конфетка. Оставалось только форварду направить мяч в ворота, что он и сделал. 13-9. И тайм-аут, берет команда в белой форме, небольшая у нас пауза. Пока можно заснять еще такие кристальные удары. Удар видно, поставлен 13 номера. Точно под перекладину.
минуты, как не мы. И у нас встреча продолжается, но чемпионат выиграла команда в красной форме и решили еще игроки сыграть на кубок до двух голов. И вот хорошая возможность игрок команды реабилитироваться хотя бы один трофей. К Новому году заработать, порадует. Ну, все-таки знали болельщики, кто болеет за них. Выход 1-1. И нет, переиграть голкипера. Сейчас там защитник подстрахован, не удалось. Удар с разворота и прямо практически выход. Перехватывает, но не до конца мяч остается белый. И тут красиво так падение перехватывает игрок красный, но мяч по-прежнему белый. Ну вот уже близко команда в полном составе переоделись и готовы выйти на площадку и сыграть против екатеринбургской команды университета физической культуры. Пас в домик проходит, но Патер не ожидал, что все так удачно сложится, иначе все-таки упустил. Вот это как красиво, будем поперекат. Мяч снова команды в белой форме. Пятого полевого начинают уже разыгрывать. Ну, отсадили на сегодняшний дня. Проиграли чемпионат. Надеются с помощью вот этого преимущества все-таки кубок взять. Перехват головой. Но сохранить мяч за своей команды не получилось игрокам, которые действуют на передней линии. Снова делаю в атаке. Классный удар в ближний угол, чуть не точно. И вот удар на позиции, пятерочка, нет, отдает дальше. 13-го, тут уже до Ведома хотят разыграть. Потеря. И вот он, выход 1-1. И мажет нападающий. Голкипер даже вступать в игру не пришлось. Алгу классный выигрыш. И пустые ворота, не может попасть на свой номер. Получает штанга. Похоже, кубок никому не достанется, если будет зафиксирован у нас ничья. Но верю, что забьет все-таки. Удар мимо. Пас на дальний, но игрок не поддержал своего партнера. А вот у нас Петелина играющий тренер. Могла ему мяч в игру. Мяч тут куда-то прям баскетбольного сооружения нашему летел. Вот это красиво, удар скорпиона не получился. И
да, блокировка. Это у нас прям голевая засуха. Время кубка, никто не может забить. Ну вот верим нападающего. Вот на форме бьет, классно бьет по перекладину. Девятый номер голкипер тащит. И чуть тут снова рикошет не помог. Лучше зайти в ворота. Ну все, обошлось. Для красных. Шанс их 1-1. Вратарь тащит, непонятно, как там не добил ворот. Красной футболки. Еще прижимая 0. Это атака белых. И тут уже чудеса какие-то. Акробатики демонстрирует голкипер. 9 номер успел вернуться и тут. Первый эпизода. И вот все-таки гол состоялся, это 9 номер, остается за прошлый эпизод. Открывает счет в матче на суперкубок. И похоже, это все, время закончилось. И оба трофея заработали игроки в красной форме. Комментировал игру Леха Тиков. Всем спасибо за внимание. До свидания. Ждем баскетбольные баталии. Mm-hmm.